Приветствую всех на канале Art School. В преддверии Пасхи предлагаю нарисовать праздничную корзинку. Чтобы нарисовать рисунок, мне понадобятся цветные акварельные карандаши от Artberry. 12 цветов с точилкой и кисточкой в наборе. Как обычно, сначала мы рисуем карандашом набросок будущего рисунка. Нарисуем саму корзину. Отмечаем ширину. Посередине проведем высоту. Теперь проведем ширину нижней части корзины. Наметим схематично форму корзинки. Теперь ставлю отметку высоты ручки и рисуем общие очертания корзины. Рисуем верхние и нижние эллипсы, так как корзинка у нас объемная. Теперь детализируем корзинку. Дорисуем плетенку на передней поверхности. Ручку корзины прикрасим рюшами и бантом. Рисуем много пасхальных яиц в корзинке. Их рисуем овальной формы. Нарисуем траву в корзине. С левой стороны корзинку прикрасим веточками вербы. Стираем все лишние и ненужные линии, и эскиз готов. Берем фиолетовый цвет, им заштрихуем бантик и на ручке ленточку, рюшу. Немного перекрываю сверху розовым оттенком. Коричневым и желтыми цветами раскрасим корзину. Когда будете раскрашивать праздничные яйца, дайте волю фантазии. Используйте все свои любимые цвета.
раскрашиваем темно-зеленую траву. Серым цветом закрасим веточки вербы. Раскрашиваем траву вокруг корзинки. Также заштрихуем небо нежно-голубеньким цветом. И напоследок нам осталось взять кисть и воду и немного размыть штриховку. Вот такая праздничная пасхальная корзинка. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось наше видео. Ну а на сегодня все. До скорой встречи на канале Art School. Пока!